Знаешь, 17 лет я принял решение, что я доживу до 30 лет. И меня сейчас спрашивают: Никит, почему ты так многого достиг? Если честно, я эту цифру помню каждый день. Я понимаю, что у меня времени все меньше и меньше, и мне нужно успеть очень многие вещи для себя реализовать и сделать в этой жизни. Конечно, возможно, я там проживу всю жизнь успешно. Но просто вдумайтесь, что если ребенок, когда он будет рождаться, он будет видеть самых старых людей до 30 лет? Типа, дедушка и бабушка у него будут до 30. Представьте, сколько будет долларовых миллионеров в 18 лет. Потому что они будут знать, что осталось 12. У них темп изначально будет другой. А когда мы видим старых людей, которым 90, там, 80 лет, наш темп намного медленней. И мы только начинаем делать в 40, в 50 лет. И вот это самая главная проблема. Так что, поставь себе дедлайн.